Чё такое, сейчас... Серега? А чё случилось? Мне говнюк там спалил. Сам а где ты сидел? А в смысле говнюк? Опа. Говнюк я... Я сидел дальше. Блин, я так испугался немножко. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Окрошка, Серега, Радекс, Васаби, Скромник, Данила, Бульбазавр. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики, влечки. Всем здорово. Сегодня мы играем Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики «Прятки». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю играть за аниматроника, а пацаны уже запрятались. Погнали. А за кого ты, Серега, играешь? Секрет. Радость, что, Ерорка, что ли? Да, и вонючая Ерорка. Я предполагаю, за кого Мод тебе. Так, вижу. Вижу, а я вас вижу. Отлично. Такое ощущение, что он поддался. Ну, или может быть, как ты говоришь, Серега, арахит. Серега, есть? Вижу капхеда. А что так тупо заныкался? Серега, если я скажу, в каком ты скине, ты сильно обидишь? А я его и так найду, может, не говори даже. Он уже проиграл автоматически. Я не знаю, я предполагаю, в каком скине. Он где-то здесь вот какой, сидит. Какой? О, это вот этот уборщик со Security Beach. Ты не угадал. Бебан. А, он блефует. Я понял, что... Все, я понял, что у него за это самое за скин. Я знаю. Я какой? Понял, какой? А я не скажу. Это секрет. Ой. Поломил. Вася. Может, он тут где-то? Кто-то бьет, я слышу. Ну, а, раз ты слышишь. Я воздух бил. Ну, я не буду говорить, где я слышу. А где ты слышишь? А секрет фирмы. Ой, блин, Данила, извини, ну, у меня просто, знаешь, режим убийцы. Вижу цель, надо сразу убивать. Я испугался. Мы просто тут в одной локации прячемся с одним человеком. А, я знаю, тут локации, смотри, сейчас если у вас в доме нету, а другая локация, это одна только. Подвал? Ну конечно. Ну так зачем же ты говоришь, если я уже туда иду? Пиццерия. Последнее желание. Я не там. Выпусти. Убил. Ну, мой блеф не сработал, он там просто был второй выход, может, ты за домом будешь. Блефовальщик. А я как обычно облажался. Ну так бывает, ну что ж. Серега. На. Я иду к тебе, по твою душу. Жду тебя. Ты как передачу какую-то снимаешь, жду тебя. Жди меня. А, жди меня, да. А, я думал, Серега аж обрадовался. Сейчас двое осталось. Убил. Говно вонючий. А где он был, где он был? Он в кустах сидел возле пиццерии. А, остался я. Так, отлично. 5-1. А Серега, я был, знаете, за кого? Я за Чику там сидел, вы меня не видели. А я... Не, я тебя на стол сразу видел. Как это исполнялся сразу. Это чё? Мы кого должны найти? Крошку-окрошку? А, да, и да. Ах ты, подлец. А кто это тут телепортируется при штрафа? Это я. Ты? А что, законом запрещено? Ну да. Я вижу, кто-то вверх. Так, как вы думаете, где он сидит, эта крыса? Я вижу его, на дереве. А, деревянный человек. Вот, я прыгаю. Тебе приснилось, это не я. Да, прикольно заныкался, молодец. Это планктона, ну да, ну да. А где, на каком дереве, я так и не понял. Который в лесу, вот это вот? Убил. Ах ты жопа. Всё. Отлично. Хорошо, крошка последний умер, значит он сейчас первый нас ищет. Пацаны, прячемся еще раз все. Я буду играть за аниматроника, он как раз маленький. Буду за маленького аниматроника ныкаться. Давайте. Даем. Я смотрю. Крошка, ты вообще на дереве? А секрет. Летаешь, да? Ну да, он же читер вонючий, ты что, не знал? А, да, точно. Я уже подзабыл. Ну, у вас осталось чуть-чуть времени. Не понял. А подожди, псих, дай время, еще секундочку. Ух ты, контрол. Ну ладно. Все, я заныкался. Все. Да, я давай. Ждать. Ищи. О, все. Так, берем предмет. Опа. Например, бочка с говном.
И сейчас мы будем лететь и смотреть, где этот челепиздрик нас ищет. Ты за кого играешь? За Плюштрапа. А-а-а. Ах ты, иди сюда, бульбазавр. Иди отсюда. Так, подожди, а где у них тут война происходит? Стой. Не-не-не-не. Вижу. Зараза. Вот, лежит Плюштрап. Давай. Не, Бульбазавр, я за тебя не болею. Ой, болею за тебя. Бульбазавр, ты умирай быстрее. Вот он. О, Дипер тут бегает. Я убежал. Молодец. Вижу, какая-то бочка летает. Это я. Это бочка с говном. Хочешь пить? Да, подойди ко мне. На, пере... Открывай рот. Так. Всё, нормально, попил. Я сбежал. Есть. Вас тоже нету. Так, я тут постою, чтоб не палить Диппера. Так. Пойдите-ка. Нет. Никого нету нигде, да? Ну, получается. Мне страшно, мне как будто он из-за угла сейчас убежит и убьет меня. Так. Он так никого и не убил, да, еще, пацаны? До свидания. Вроде бы иди сюда. А сам иди говорит, сюда. Хорошо, играю. Спрятался паучок за деревом. О, васаби-скромник, погнали. А я ведь профессионал, Дима, ты знаешь, да? Давай. Покажи я вещи. Я только воскрес, так я ведь сразу Серёжу убил. Ой, какую я нычку крутую нашел. Какую? А не скажу. Блин, на самом деле здесь очень много классных нычек. Дима, я же говорю, я профессионал, я так 100 раз делал. Да-да-да. Да, здесь прикольные нычки. Чё такое, Серёга? А чё случилось? Мне говнюк там спалил. А где ты сидел? А в смысле говнюк? Опа. Говнюк не очень. Я сидел дальше. Блин, я так испугался немножко. Ах, лоб зачехался. Не заметил, я ванную же сломал. Серёга, знаешь, понял, вопросов не имеем. Серёга, знаешь, ну чё, давай. Как? Кто остался ещё? Я там в прошлый раз спрятал. Я просто... Я один остался? Получается, что один? Нет, я живой. Нас двое. Пацаны, они в подвале, все в подвал. Нет, в подвале нет. Не, меня в подвале нет. Угу. Какого смех? Давайте, все чекаем, пацаны, пробиваем. Пусты возлюбите. Да-да. Расскажи, в подвале сидят здесь. О, да, Бульбазавр был. Где он был? Бульбазавр, говнюк мелкий, ну иди сюда. Где? А, вижу. Нет. Я никого не вижу, бегаю. Где пацаны все? Дим. Я тоже маленького взял. О, когда маленький, то и всех видно сразу. Бульбазавр в подвале бегает, мне помощь. Сбежал уже. Так, пацаны, ну что, давайте раз этот думать. Если бы ты был бульбазавром, где ты бы заныкался? В канаве. Ой, наш. Давай, наказывай его. Так, вижу. Это наш. Это я. Твой планктон. Уйди отсюда. Он за планктона, да, играет? Да. Понял. Это наш. Я не знаю, где он. Я тоже не знаю. Так, давайте отключим режим полета. Он отключен. Вижу его тоже. Ого, телепортнулся. Надо. А куда он побежал? Туда побежал. Давайте его здесь будем ожидать. Нет, не сюда. Да блин, где он? Снова в канаву ушел. Слышь ты, туалетная канава. Я сбежал. Да куда ты сбежал? Он забежал за угол и пропал, вот. Может, телепортируется он? Не, я... как? А как? Откуда я знаю? Читер вонючий. Я сбежал. А как ты оттуда сбежал? Просто гениально. Я в шоке, если честно. Как ты это делаешь? Он понимаешь, он зашел в тупик и там испарился. А, значит, он, наверное, что-то команды какие-то прописывает. Да. Нет. Просто вы не заметили, просто через деревья пробежал. И там. Да я там все стоял. Есть. Все-таки. Серега, ты готов? Дуэль. Дуэль, мелкие черепизрики против большого. Как хочешь. 3, 2, 1. Каждый сам за себя. Сейчас выяснится, кто же лучший игрок. Я буду по своей тактике. Давай. Как у тебя тактика называется? Тактика крысы? У меня тактика голубь.
А я подожду себе, посмотрю, да. О, бульбазавр не участвует. Димас, а ты где ждешь? Я на крыше дома. Люстра же телепортироваться может, я на крыше. Но я буду телепортироваться по разным крышам, чтобы меня не нашли. Минус Серега. О, Серега не участвует. Васаби скромник не участвует. Радекс тоже, я его убил. Так, кто остался? Я хочу, когда один останется, я тогда замочусь. Васаби, я живой вообще-то. Как ты выжил? Я ведь тебя убил. Видишь, ты живой, бегу спокойно. Он читер. Ну чё, где вы, пацаны, дерётесь там? Минус Радекс. Так, ну что, кто остался? Я. А где ты? Окружка, это чё... Окружка, это чё за эпик файт такой, что у нас был? Ну, так вот, тут 10 битв аниме. А где Дима? Я тебя жду. А подойди, приспи, подойди наверх. Ай. Переспи наверх. За что, Серёга? Нет, не летать. Так, пацаны, ну что, давай, я выхожу на дуэль. Давай, иди сюда, подлец этакий. Я тебя убью, ты не будешь жить. Есть. Я лучший игрок на эту серию. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Просрала меня.